«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Посмотрите, какая куча разноцветных пуговичек! Привет, ребята! Это я решил коллекционировать пуговички и разных форм. Да, я вижу и разных форм, и разных цветов. И синие, и желтые, и зеленые, и красные. Интересно, а что трактор решил с ними сделать? Это и пуговицы, и пазлики. Я решил их собрать. Давайте поможем трактору собрать наши пазлики. У нас есть 4 цвета и 4 формочки. Будем собирать формочки разных цветов. Начнем с синего. Синий мой любимый цвет. Так, посмотрим сюда. Нам нужны 1, 2, 2 рыбки, 1, 2, 2 мишки и 1, 2, 2 ежика. 2 + 2 + 2 получается 6. Правильно. 6 пуговичек. Вот такая математика. 2 ежика. 1, 2 плюс 2 рыбки. 1, 2 и плюс еще 2 мишки. Вот они. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 синих фигурок. Скоро об этой игре узнали друзья синего трактора и тоже решили поиграть вместе с ним. Красная машинка, зеленый ам-ням и желтый каток. Красной машинке, естественно, понравились красные пуговички. Зеленому ам-няму – зеленые пуговички-фигурки. А желтому катку – желтые пуговички-пазлики. Вот так. 1, 2, 3 кучки и... Оставшаяся четвертая – это кучка синего трактора. Поможем машинке собрать ее пазлики. Так, рыбка, мячик, ежик. Это тоже у нас рыбка. Посмотрим, где она. Ах, вот. Еще один мячик-пуговичка. И еще один ежик. Ура, получилось! Еще один пазл. Только уже красного цвета. Уже 2 пазла. Синий и красный. Да, ам-ням. Специально для тебя зеленые. Зеленые пазлики. Так, первая у нас бабочка. Теперь у нас ежик. Второй. Здесь у нас зеленая рыбка. Вот она. Еще одна зеленая бабочка. И еще один ежик. Вот так. А здесь у нас... тоже зеленая рыбка. Так, посмотрим. Вот она. Ура! Еще один пазл собрали. Теперь у нас 3 собранных пазла. Синий, красный и зеленый. А у меня еще много пуговичек осталось. И даже машинка есть. Каток тоже любит собирать машинки и вообще любые средства передвижения. О, смотрите, здесь есть и машинка, и воздушный шар. Как раз их-то мы сейчас и соберем. Так, внимание. Где у нас машинки? Так, машинка. Так, воздушный шар. Еще одна машинка. Так. И еще один воздушный шар. А, подождите. А, больше нет. Желтого цвета ни шара, ни машинки. Ой, я поделюсь с тобой. Вы слышите, ам-ням тоже добрый и тоже хочет поделиться. Зеленая машинка от ам-няма и синий воздушный шарик. Это даже интересно, сделать не один цвет, а целый разноцветный пазл. И вот что у нас получилось. Какой красивый разноцветный пазл. Синяя птичка, красный воздушный шар, желтая бабочка, зеленая птичка, синий воздушный шарик и желтая бабочка. Главное, когда будем все складывать, не перепутать цвета, а то потом будет очень сложно разобраться. Ой, а где бы мне это все хранить, так, чтобы не перепутать? Наверное, нужно положить каждый цвет в свою ячейку. Вот, например, ам-ням принес копилку в виде ам-няма. Сложим туда зеленый цвет. А мой синий цвет нужно положить в синюю копилку. А у ам-няма осталась только одна копилка. Вот она. Смотрите, ее надо разукрасить. Ну, это, наверное, не быстро. Придется подождать. Ну вот, прошло время и готова копилочка. Красивая, синяя. Сложим в нее синие пуговички.
Ну вот, у нас есть две копилки, синяя и зеленая. Но у нас еще остался желтый и красный цвет. А таких копилок у нас больше нет. Давайте подумаем, что можно сделать. Смотрите, нужно найти что-то подобное этому гаражу. Ха-ха, у него, правда, только три цвета. Но он очень удобен тем, что в одном гараже сразу несколько цветов. Да, и еще нужна ячейка для оставшихся пустых пазликов. И хорошо бы, чтобы он тоже был деревянный. Думаю, сейчас без волшебной палочки не обойтись. Ха-ха, она и деревянная, и синяя. Итак, приготовились? Волшебный гараж превращается... Оп! О! Волшебный комодик. Смотрите, у него как раз четыре полочки. Синяя, красная, желтая и зеленая. А здесь прорези, как мы и хотели. Точно как в копилке. Ну что, ребят, давайте все складывать. Заодно проверим, как это работает. Синие пуговички в синюю копилку. Так. И еще немного. О, получилось. Открываем синий ящичек. Вот они, все синие пуговицы внутри. Как все удобно. Красные пуговички в красный. Зеленые в зеленый. О! А желтый в желтый. И ничего не перепутается. Так, проверяем. О! Целый ящичек. Ну вот, ребята, все пуговички-фигурки мы сложили в свои разноцветные ячейки. Ой, смотрите, остались пустые пазлы. А, куда бы их положить? Сюда они не помещаются. Смотрите, в этом деревянном комодике есть еще один деревянный ящичек. Ой, ребят, я и не заметил. Смотрите, какой большой. Попробуем поместить пазлы сюда. Ой, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пустых пазлов. Ну, я думаю, они не уместятся в этот ящичек. Никак. Пробуем. Так, закрываем. Уместились. Как это? Наверное, потому что это волшебный комодик. Ну, все правильно. Был волшебный гараж, стал волшебный комодик. Ну вот, ребята, здорово, сколько мы сегодня нового узнали. Изучили четыре разных цвета, сложили много разных пазлов и немножечко посчитали. Ну вот, ребята, еще увидимся. Пока!